суперкомпьютерному моделированию, цифровым методам, а в дальнейшем виртуальным испытаниям удается делать самолеты, в такие короткие сроки. Самолет открытой архитектуры. Что это значит? Это значит, каждый заказчик может под себя выбрать ту конфигурацию, то техническое лицо, которое отвечает его задачам. Для Шваба это очень серьезная и долгосрочная работа. Это оптическая система на МТС. Я надеюсь, что мы с этой работой справимся. Благодарим корпорацию «Сухой», что выбрали нас в качестве исполнителя. МС-21 мы уже не первый раз показываем на авиасалоне. На этом авиасалоне мы продемонстрировали второй уже полностью российский самолет с российскими двигателями ПД-14. Соглашение дает возможность нам выстроить такую совместную работу на базе той инфраструктуры, которая сегодня есть в Московском авиационном институте, на базе ее развития, ну и подготовка летного персонала для новых образцов авиационной техники российской, такие как Ил-114, МС-21, подготовка для СХОУС, СУПЕРЖЕТ-100. Мы рады, что вместе с ОАР мы создаем новые условия для ремонта и обслуживания этих самолетов именно в аэропорту Шереметьево, первым в Российской Федерации. Это является весьма удобно для авиакомпании эксплуатанта от непосредственного аэропорта получать весь комплекс технического обслуживания, ремонта своих самолетов. Проход на минимальной скорости, вираж в наклонной плоскости, проход на максимальной скорости и заход на полосу с укороченной посадочной дистанцией. Все это пока что удается благодаря работе авиационной техники. Она нас не подводит. В самых сложных, тяжелых условиях, на грунтах и на снежном покрытии. Мы были сейчас свидетелями того, как подписывали соглашение с нашими ведущими перевозчиками. Это те, кто эксплуатирует Суперджет. Они готовятся сейчас к тому, чтобы начать эксплуатацию МС-21. Те меры поддержки, которые были предусмотрены по 59 самолетам, президент поддержал это как основу для обеспечения поставок наших гражданских самолетов на будущий период. Объединить науку, инновационные предприятия и промышленность, как малую, среднюю, так и крупную, такую, которую представляет Объединенная авиастроительная корпорация. Для нас это прорыв. В этом году от компании «Сухой» представлен самолет Су-57 и представлена программа, уже несколько обновленная, которая демонстрирует в полной мере все маневренные характеристики самолета. То есть мы наконец-то вышли на все
запланированные режимы, и это для специалистов видно.